24 ноября в Донецкую Народную Республику прибыла делегация представителей итальянских партий и общественных объединений с целью собрать достоверную информацию о жизни граждан республики для распространения среди широкой общественности Италии и стран Европы. У нас сегодня впервые за всю историю существования Донецкой Народной Республики посетила делегация, венецкая делегация, назовем так, да? Правильно будет? Можно так говорить. Да. То есть делегация людей, которые так же, как и Донецкая Народная Республика, борются за свою свободу, за свою независимость в рамках государства Италии. И наши друзья из Венеции приехали, они посетили места разрушений, они увидели своими глазами, что здесь происходит на самом деле. И я уверен, что приехав к себе домой, они смогут донести до граждан, ну хотя бы Венеции, если мы не говорим об Италии целиком, о том, что здесь на самом деле происходит. О том, какому геноциду подвергаются мирные жители Донецкой Народной Республики. В состав делегации вошли такие известные общественные деятели Италии, как Гультьеро Мацци, адвокат, заместитель президента провинции Вероны, руководитель партии «Лига Севера», Вито Каменчини, советник мэрии Вероны, член правления Комитета независимой Венеции, Палмарино Дзюкателли, президент Комитета независимого Венето, национальный секретарь Свободного профсоюза, организовавшего различные сборы фондов и гуманитарной помощи для детей Донбасса, Эдуардо Рубини, президент Культурной ассоциации Европы области Венето, Элизео Бертолази, кандидат антропологических наук, аналитик по геополитике в Институте высших геополитических исследований и смежных наук, член Ассоциации Италия-Россия и Ломбардия-Россия. Член делегации – это член особенно партии Лига Норд. Это партия, которая сейчас, можно говорить, категорично в Италии против санкций России. И там у нас есть представитель, там город Верона, это партия, который, адвокат Мацци, который, если он хочет говорить что-то об этом, я могу переводить как переводчик. La Lega Nord è un partito che a livello italiano vale il 15%. La Lega Nord è un'italiana partita che è ora 15%. In Europa fa gruppo con Marine Le Pen. Nell'Europeo Parlamento è un gruppo con Marine Le Pen, francese Marine Le Pen. Siamo per un'Europa dei popoli e non delle economie forzate. La Lega Nord è за Европа народов и не для за можно говорить Европа банков и финансов. E noi sosteniamo politicamente tutti quei popoli che vogliono essere liberi di poter scegliere con chi stare. А мы поддерживаем все такие народы, которые они должны решить, можно говорить, свою судьбу и быть с кем они хотят просто, свободно. Гости из Италии поделились своими впечатлениями от поездки. Им удалось побывать в местах обстрелах и пообщаться с местными жителями. Собственными глазами, увидев разрушения и выслушав мнение специалистов, члены делегации подтвердили факт обстрелов со стороны украинской армии и сообщили, что поддерживают Донбасс от начала развития событий на Майдане. Italiani hanno dato poche notizie sul Donbass. Noi abbiamo fatto. Aspetta, sì. ЗМИ в Италии вообще дают очень мало информации о Донбассе. Noi abbiamo organizzato la prima unica, credo, conferenza stampa a Verona nel giugno 2014. Per dare voce Donbass. Уже в июне 2014 года мы в Вероне первые организовали конференции, чтобы показать, что происходит в Донбассе. После долгой беседы и обмена мнениями Александр Кофман в знак того, что ДНР обретет свою независимость и сможет показать достойный пример всему миру, подарил флаг республики иностранным гостям. В ответ мы получили флаг Венеции и заручились поддержкой итальянских собратьев. Лев с крылами – это символ Венеции. Я предлагаю поднять два флага сейчас.
Sì. Друзья, я могу читать, что Республика Венеция признала независимость Донецкой Народной Республики? Кристина Крымова, Алина Боярская, Новороссия ТВ.